Сегодня я расскажу, как добавить обложку на уже размещенное видео. Буду показывать на примере. У нас на канале, например, есть видео, на котором нет обложки. Вот оно, да, видите, что везде обложки, а здесь просто кадр из видео. Чтобы добавить сюда обложку, я открываю само видео, внизу нажимаю «Изменить». И здесь у меня есть три варианта, которые автоматически предлагает YouTube, то есть кадры из видео. Но у меня есть готовая обложка, поэтому я загружаю свой кадр. Помним, что у нас есть ограничения по размеру и по количеству пикселей. С этим можно знакомиться прямо на вкладке «Редактирование видео». Нажимаем свой значок, находим нужный файл на компьютере, ждем, пока он загрузится. И не забываем нажать «Сохранить». И теперь у этого видео будет вот такая обложка. Как еще можно добавлять обложки на видео? Вы можете просто зайти в творческую студию, я уже здесь нахожусь, выбрать в менеджере видео подпункт «Видео». Опять же, найти нужную вам в списке, нажать «Изменить». И точно так же вы можете здесь выбрать или автоматическую обложку, или же изменить загруженное изображение, или же добавить свой значок видео.